Бисмиллахи рахмани рахим. Салату Саламу алейкум баракату. Месяц Рамадан – это прекрасная школа, в которой верующий, постящийся, может научиться терпению. Ведь качество терпения верующий может научиться, особенно будучи постящимся. Это качество терпеливости – любит Всевышний Аллах Субханаху Всевышний Аллах говорит, Аллаху Аллах любит терпеливых. Также Всевышний Аллах Субханаху побуждает верующих к тому, чтобы они всякий раз, когда испытывали трудности, они прибегали к терпению и к молитве. Всевышний Аллах говорит, без сабри Прибегайте за помощью к терпению и к молитве. Во время поста верующий понимает смысл терпения. На самом деле терпение бывает трех видов. Первое проявление терпения в том, что повелел Всевышний Аллах. Когда человек совершает то, что возможно даже бы ему и не нравилось, либо же не хотелось, но он выполняет, потому что Всевышний Аллах ему предписал. Например, поститься в месяц Рамалан. Человек, насколько бы не любил еду, либо же напитки, он оставляет это ради Всевышнего Аллаха и проявляет в этом терпение. Второй вид терпения – это терпение в том, что Всевышний Аллах запретил. Порой человек, ему что-то нравится, он что-то желает, но Всевышний Аллах запретил, например, как спиртное прелюбодеяние – и человек, проявляя в этом терпение, он оставляет запретное. Третий вид терпения, он проявляется в том, что Всевышний Аллах предопределил. То есть в предопределении. Человека может постигнуть то, что ему не нравится. Но он проявляет свое согласие с тем, что Всевышний Аллах ему предписал. И этим трем видам терпения верующий, постящийся во время поста, учится. Качество терпения – это самое благое, что мог бы человек приобрести. Как об этом сообщает Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, он сказал, лучшее, что может получить раб в этом мире из даров, обширных даров, это терпение. И на самом деле терпение – это родной брат победы. И поэтому человек, желающий достичь каких-либо успехов, как и в религии, так же и в мирских вопросах, то ему следует научиться терпению. И самое главное, следует знать, что это качество любит Всевышний Аллах. Он завещал проявлять терпение и быть терпеливым. Всевышний Аллах сказал о те, которые уверовали, терпите и запасайтесь терпением. Я прошу Всевышнего Аллаха дать нам много терпения и прошу Всевышнего Аллаха принять наш пост и все благие деяния. Саламу алейкум ва рахматуллах.